Batinska bitka je inače bila jedna od prvih pobedonosnih bitaka koju su u završnici Drugog svetskog rata zajedno vodile naša i sovjetska vojska i u kojoj je njihovo bratstvo krvlju učvršćeno za sva vremena. Uspešan završetak te bitke značio je otvaranje puteva prema Budimpešti i Beču, zaokruživanje fašističke nemani sa jugoistočne i južne strane i stvaranje uslova za dalje napredovanje sve do konačnog sloma fašizma i dolaska mira i slobode za celo čovečanstvo 9. maja 1945. godine. Dame i gospodo, obratit će nam se njegova ekscelencija ambasador Ruske federacije u Srbiji, gospodin Aleksandar Čepurin. Izvolite. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие приятели. Уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемый господин представитель правительства Воеводины, уважаемая госпожа мэр Сондра. Poštovana gospođa premijer, poštovani gospodine predsjedniče vlade Vojvodine, poštovana gospođa gradonačelnik Sombora. Ну, во-первых, хотел поблагодарить всех, кто сегодня пришел сюда. К счастью, день солнечный, ясный. Но я думаю, что в любое время пришли бы. Пре свега, я бих желел да се захвалим свима, кои је дошео овде данас. На срећу, дан је врло сунчан, јасан, ведар, али у било којем случају требало би да се окупимо овде. Вот. И дошел бы, потому что эта традиция в сербском народе, в русском народе, это вечная, вечная традиция, память от своих героев. И свакако, сваки би дошел овде, jer то је вечна и сербска и русска традиция, знак сечења на своје пале јунаки и героје. Вот, дорогой Геннадий Ксенофонович, спасибо огромное вам, спасибо каждому артисту ансамбля Александрова. Драги Геннадий Ксенофонтовичу, велика захвалност вама и незмерна захвалност сваком умитнику ансамбла Александров. Вот. Ансамбля между вчерашним триумфальным концертом в Сава-центре и сегодняшним концертом в Новом Саде был день отдыха, но они согласились приехать и вместе с нами отметить этот замечательный праздник открытия музея. Ансамбл между своим триумфальным наступом юче синоч у Сава-центру и своим вечерашним концертом у Новом Саду требовало бы да има дан за одмор, али они любосно заслужили да дойду овде и заедно са нама да прослави ове величанственное отварение. Я думаю, что у нас сейчас отличные возможности сделать наши страны процветающими, жизнь людей лучше. И мы будем это делать. И у нас есть к этому готовность и в России, и, я вижу, в Сербии. Я мислим, да сады мы имам абсолютно отличную прилику, да направим от наших земель просперитетные земли, да учиним живот людей более. И мы хотим да то радимо, имамо спремность за то и в Руси, и в Сербии. Мы должны сделать так, чтобы никогда больше наши люди не погибали на войнах. Мы должны обеспечить нашу безопасность. Мы не можем больше терять наших людей. Мы можем да уродимо на оваков начин, дабы нико више не погинуло на ратиштима. Мы можем да обезбедимо властиту сигурность, да не бису люди више гинули због овога. И в то же время, так сказать, мы не должны забывать такие вещи, как освободительная борьба от фашистского нашествия. Это одни из камней, так сказать, наших наций, наших народов. Поэтому мы это не забудем, мы это будем помнить. И поэтому такое замечательное событие, которое мы сегодня видели, видим, это восстановление фактически музея. Али истовременно, мы никако не можем и не можем да заборавимо наши освободилочки ратове от фашистской инвазии и агрессии.
Ер ово памчення єсте наш камінь темеляць свіх наших народа, і русского, і сербского. І ми нечемо то заборовити. Ми хочемо да се сечемо того. І управо збок того ово і догаджай, збок кок смо се укупили данас, врло значен. То є фактички потпуно ревіталізація музея. І яко є фіно, да то се десило сада. Я... Спасибо. Казалось бы, что такое Баткинская битва? Это все 23 дня. Чинилось. Пашта это Баткинская битва. Свега и траяло 23 дана борьбы. Вот. Но какое оно имело гигантское значение в истории, так сказать, я думаю, что это мы увидим в музее. Але каков огромен, невероватен значей оно имело за читову историю, то, чему видите в музее. Вот. Советская армия участвовала в освобождении значительной части территории Югославии, но из... 66 героев Советского Союза, то есть солдат, которые получили звание Герой Советского Союза, 30 человек, это те, которые участвовали вот в битва здесь. Советское войско и участвовало в освобождении дела территории Югославии. Але ако чему присетите, от укупно 66 войника, кои су били одликованы навешом наградом Героя Советского Союза, током борьбы за освобождение Югославии, 30 от 66 били су одликованы оним навешем званием управо за борьбы, кои су се водили на овой территории. Тысячу 297 солдат Красной Армии находятся в могиле на кладбище красноармейцев. 1297 войника Цервена Армии сада лежит у братской гробницы, овде на гроблю Цервенармейца. Вот, мы вместе с городом Сомбором обновили это кладбище, выглядит оно сейчас очень хорошо. Заедно с оградом Сомбором обновили смолу гробли и сада изглядит оно яко лепо. Вот и спасибо госпоже Бирнабич за то, что она приняла участие, и мы возложили цветы и сербским партизанам, и на кладбище погибших советских воинов. И велика захвалность господи Бирнабич, да и она узела участие у церемонии полагания венца, когда мы положили цвечи заедно и к споменнику погинулим партизанам, и на гроблю погинулих целеноармейца. Это было... Это была великая победа, и это будет великий музей. Спасибо сербским братьям за внимание. То и была великая победа, и то, чтобы быть великий музей. Великая хвала сербской братья на пажне. Спасибо.